Танцевальная программа продолжается. Объявите, пожалуйста, песню «Самый король». Сабеки. Сабеки, ну сибеки, я помню. Это что-то из французской поэзии, да. Да, у нас всегда Виктор Семенович Крыковский очень любил эту песню. Вот, потому что в ней рассказывалось как раз о его ферромагнитосплавном хромированном колене в стану, за которым он давал пендали за 10 долларов любым желающим в перерыве нашего концерта. Итак, хромой король Александр Дулов и французский поэт Морис Карен. Морис Карен. Железный шлем, деревянный костыль. Король с войны возвращался домой. Солдаты пели, глотая пыль, и пел с ними вместе король храм. Троянский пар, над ним русский шел, на башне ждала королева его. Рваная обувь, а шляпе цветок, плясал на площади люд простой. Он тоже пел, но часть не мог в такую минуту и в день такой. Ура! Ну и в преддверии... Судя по бурной реакции, ортопеды там сидят. Наши танцы продолжаются, и на этот раз весеннее танго! Вот идет по свету человек чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, сью птиц, сью птиц прилетают. Снеговые горы, да? Снеговые горы тают. И не до сна? И не до сна. Перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы, с юга птицы летают. Спасибо. Мы жили в Австралии без лишних.
преддверии праздника. Он будет проходить здесь, в гнезде глухаря. Он как раз называется «Ты говоришь мне о любви». Весенний концерт «Антидепрессант». Мужчины, подарите своим женщинам нормальный подарок на 8 марта. Лида говорит, мужчины, подарите моим, вашим женщинам меня. Нет, ну тогда уж раз пошла реклама, то наша следующая встреча в рамках клуба состоится 24 марта. И у нас появилась идея вот буквально сегодня посвятить ее романсам. Представляете, если мы хором будем от Либетум петь романс. Мне кажется, здорово, что потихоньку. Дорогие друзья, пришли записки, которые мы с удовольствием выполнили, но уже нет. Утро уже. Но уже утро, да. Прекрасные песни, мы их обязательно в следующих наших программах споем. А, 40-е роковые, приходите на наш концерт ансамбля «Скай», мы там споем. Это будет 28 числа. Запутал, это скоро уже, 28. Ну, на самом деле все... Я раз седьмого, я перебил. Да, а во всех концертах вот наших вы можете узнать. Да не уходите вообще. Да, на ресепшене. А все кончается, кончается, кончается. Наш концерт подойдет. Едва качается перо. И фонари, глаза прощаются надолго и звучаются. И так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницей, полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули. И каждый был открыт таким, как был. Одни короткие до сердца тронут. Спасибо вам, прощайте, добры. Все кончается, кончается, кончается. Едва качается перо и фонари. Глаза прощаются надолго, изучаются. И так все ясно, слов не говори. По любимым распредемся и по улицам наденем фраги и закружимся в судьбе. А если сердце заболит, простудится, искать лекарства станем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, не заржавеют в ножнах стволы и гребни. И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся и станем снова с вами просто мужики. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются перо и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются. И так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори. Чебоксарова подарила подарки от гнезда глухаря сегодняшним победителям. Дорогие и они должны друзья, делегировать своих делегатов на сцену. Те столики, которые получили подарки, просим ваших делегатов, а можно всем столикам, выходите для исполнения финальной песни «Милая моя» вместе с Леонидом Сергеевым. Дирижирует Лидия Чебоксарова. Полет.
И потихонечку тронулся прямо крыло. Дорогие друзья, спасибо вам огромное. Наш вечер, как всегда, был прекрасен. Благодаря вам и только вам. Мы ждем вас 24 марта. Приходите, будем петь романс. До новых встреч!